Всем привет! Целую неделю я не снимала видео, некоторые уже знают по какой причине. И многие писали мне после моего последнего видео, когда мы везли Алтошу к доктору. Вот. И, в принципе, все знают нашу историю до этого момента. Вот. И многие желали нам, ну, Алтаю поправиться, выздороветь, и что эти доктора эти в Корнеле нам помогут. Но на следующий день мы его потеряли. Вот, и мы ничего не могли сделать, ничего не могли сделать доктора, потому что нам позвонили из Корнелла, они взяли много разных анализов, много всего, разложили там их. Ну, там хорошая лаборатория, там все, и они обнаружили рак крови у него. И сказали, что все органы отказывают, попросили нас приехать в пятницу, с ним попрощаться. И, естественно, мы ехали втроем, Деня, я и Жорик, и Лиза хотела тоже приехать попрощаться, но Лиза находится в другом городе. Ну, и мы никогда не думали, что мы можем усыпить собаку, сделать ему этот укол. Вот. Потому что вот он сейчас живой перед тобой. Как можно его убить? Но мы приехали, нам его привезли. Я уже не думала, что буду плакать, потому что целую неделю мы плачем. И вроде бы уже как бы оно постепенно проходит, но в общем, мы приехали, нам его завезли на такой тележке, и он лежал под одеялком. У него было очень большое тело. Голова, ну, голова обычная, он большой был очень. И я так понимаю, он просто был отекший, потому что у него отказали почки, отказали печень, и он, видимо, они еще нам сказали еще в четверг ночью, что почки, печень вбрасывают в желудок, в организм какую-то свою там жидкость, что-то такое, видно, ничего не работает, и он просто опухает, наверное, я не знаю, но у него тело было очень большое, и мы попросили, ну, они сказали, мы можем оставить вас. И мы думали посидеть с ним. Мы его гладили, он кричал. Вот. Они говорят, у него все болит, он находится в невероятной боли. Естественно, мы не стали ехать за Лизой, потому что это продлевать его мучения. Просто для того, чтобы Лиза приехала на него посмотреть. И мы просто позвонили ей на видеосвязи, она на него посмотрела, поговорила. И мы сказали, наверное, надо его усыплять сразу, потому что он очень мучается. И, в общем, при нас Деня его гладил за шейку, вот так вот, его усыпили. Он быстро перестал кричать, он прямо на глазах у нас перестал, он очень тяжело дышал еще при этом, прям очень тяжело. И он просто заснул, он просто остановился, и все. Вот так. Я спрашивала потом у врача, как мы могли заметить это раньше? Она говорит, это такой рак, рак крови, он быстро распространяется у собак, и просто невозможно было, ну, в понедельник у него анализы были в норме все, а в среду у него уже все показатели зашкаливали. И она говорит, это невозможно было заметить, это собака, он не скажет, не покажет, и в принципе он, я же говорю, что в понедельник мы его отвели в к доктору первый раз, а в воскресенье он еще Жорика на тюбе таскал по снегу. То есть настолько все быстро случилось. Вот. И
Она говорит, этого нельзя было, ну, так вот заметить. Я говорю, а... Ну, я пыталась спросить у нее, если мы могли чем-то помочь ему раньше. Я говорю, ну, этот рак же где-то в нем сидел, он же где-то был. Она говорит, был в костной ткани где-то, да, ну, да, у всех он находится там, или у тех, кто больше расположено. Я говорю, а что могло послужить триггером для того, чтобы вот это так все случилось? Она говорит, ничего, просто вот так вот случилось, и все. Я все равно до сих пор этого не могу понять, как так быстро могло произойти. И мы все равно с Деней там обдумываем, как это произошло. И мы все равно думаем, что вот последние пару месяцев он был немножко такой угнетенный. То есть он хорошо кушал, он был очень большой собакой, у него был прекрасный аппетит, он как-то игрался там, ну, игрушки вот его уже так не сильно не волновали, но все равно приставал к нам там с веревочками со своими. Но вот некоторые такие моменты, вот, например, когда мы приезжали к дому, подъезжали на машине, у него морда всегда уже вот в этих в шторах уже смотрела, значит, что мы приехали. То последние пару месяцев он лежал на лестнице, высокомерно на нас смотрел. То есть он даже особо не бежал встречать или что-то. И мы думали, вот, зажрался, думали, такой стал степенный. Ну, мы думали, что он уже с возрастом такой заматерел, 5 лет. А на самом деле 5 лет это молодой собака. Вот, и, конечно, когда мы вернулись домой после этого... Было пусто, никто не встречал, никто не лежит ни здесь, ни здесь, ни там. Ночью никто рядом на коврике не лежит. И, в общем, эта неделя, конечно, это привыкание или отвыкание от него. Это непривычно. Кошка, кстати, стала с нами спать. Она до этого не спала. Алтай с нами в комнате спал всегда. И вот так вот. Но мы его оставили в Корнеле. И мы даже не знали, как здесь, что здесь делать с собакой после того, как она умирает. Но они сказали, мы можем просто вернуть тело. Но закапывать собаку нельзя нигде. То есть это нужно официальные какие-то похороны. Ну, наверное, есть кладбище животных и все это, но также его можно кремировать, что мы и сделали, что она сказала, можно кремировать с другими собаками просто и оставить там их потом, ну, где-то куда-то этот прах там, не знаю, денут. Либо кремировать и нам выдать в вазочке, вот, ну, что мы и согласились сделать. И вот завтра, наверное, поедем забирать. И опять же, даже вазочку нигде нельзя оставлять, хоронить. Но мы думаем, может, ну, во дворе или пока, может, нигде, может, просто будет стоять. Ну, хотя, я не знаю, к этому как-то так отношусь, когда прах находится в доме и все, но это собака. И Деня говорит, может, развеять его где-то. Ну, не знаю, мы пока еще так не думали об этом. Вот, но жизнь, конечно, мы поняли, что наша жизнь вертелась вокруг него, потому что поехал в магазин, нужно бежать домой, потому что дома ждет Алтай. Куда-то идти, нужно обдумывать с ним или без него, можем ли мы его взять в парке, на прогулке. В последнее время мы ходили благодаря ему, там, в лес гулять или еще куда-то. Вот, сколько много фотографий у нас с ним, когда он был чуть помладше, помельче. Сейчас он в последнее время был такой большой. То есть в отеле уже таких собак не особо-то и пускают. Но мы с ним ездили, да, как много везде. И первые дни невозможно было не смотреть его фотографии, ничего. И у меня перед лицом стояла просто эта морда умирающая. Вот, но потом мы решили сделать альбом, как бы жизненный такой с его фотами. Вот, и как-то столько воспоминаний оказалось. Ой, видео такое получится.
оказалось только воспоминания о нем очень приятных. Столько он нам в жизни подарил радости. Так что мы заказали много фотографий, мы сделаем альбом, мы заказали пару портретов его и, конечно, много хороших воспоминаний. И вот эта последняя стрессовая неделя, она отходит на какой-то задний план и остаются хорошие, хорошие светлые воспоминания. Ужасные. Видео не могу, я думала уже все, неделя прошла. В общем, берегите своих хвостиков, проводите с ними больше времени. Вот, вот так вот они внезапно могут уйти. И без них становится очень-очень невыносимо. В пятницу, когда он еще был жив, когда нам было все это нужно было делать, мы с Деней прям в один голос говорили, больше никогда мы собаку не заведем, никогда мы через это не будем проходить. Вот, но и мы пока не собираемся, конечно, никого заводить. И, возможно, мы отвыкнем просто жить без собаки и, ну, так и будем жить. Вот, но 2-3 дня спустя Деня говорит, я не могу сидеть дома, я не знаю, что мне делать. Обычно вот в это время я делала это, в это время я с ним гулял, утром он просыпался заранее, чтобы с ним гулять, и говорит, у меня уже все затекло от сидения дома и все такое, и он уже даже говорит, я бы, говорит, готов завести щенка, чтобы, ну, продолжать свою вот эту рутину такую, да. Вот, ну, конечно, сейчас никто не будет никого заводить, вот, но он говорит только хаски, только потому что добрые, потому что активные, чтобы ходить, чтобы заниматься спортом и все, с характером собаки и все, он просто говорит, тяжело, конечно, кого-то заводить, говорит, постоянно будешь сравнивать новую собаку с ним, и говорит, они будут всегда проигрывать. Ну, это, я думаю, что все собаки, все любят своих хозяев, и у всех хорошие отношения с хозяевами, все равно это так кажется, что, да, как я говорю, когда у кого-то умирает собака, это умирает собака, а когда у тебя умирает собака, это умирает член семьи. Ну вот, вот такие вот плохие новости. Спасибо всем за поддержку, за то, что нам писали и желали выздоровления. И соболезнования тоже писали. Спасибо вам большое. Вот, ну, будем жить дальше. И вам хороших, прекрасных моментов с вашими животными. Берегите их. И целую всех. До следующих видео.